полностью рабочим. Ну, на заводе все цеха полностью укомплектованы оборудованием. Мы сейчас находимся в механическом цеху, как бы, то, что говорят, что как бы у нас все сравняли с землей, это абсолютно неправда. Все оборудование стоит на месте, сохранено и готово в любой момент начать производство. Так что все, какого года это оборудование? Ну, оборудование разных годов, начиная с 50-х и заканчивая там последние были поступления в начале 2000-х годов. Ага. Есть те, и свежие. С 50-х, они могут еще работать или нет? Ну, они абсолютно справляются со своей задачей. А сколько цехов? На сегодняшний момент раз, два, механический, централь, ЦМК, инструментальный, ремонтный, экспериментальный, шесть цехов. Шесть цехов. И все они в таком состоянии? Они, да? Все полностью с оборудованием стоят, все как бы электричество, включая работы. Долги по электрическому предприятию? Ну, около 400 тысяч. Если бы погасило государство этот долг, то предприятие могло бы работать? При нынешних ценах на электроэнергию навряд ли. Сколько человек работает на предприятии? Около 30. А кто это? Ну, в основном охрана, как бы, и несколько специалистов. Специалистов почем конкретно? Ну, как бы директор, ОТК, ну, как бы бухгалтер. Бухгалтерия. Да, это ЭРО. Долг по зарплате у вас, по информации заместителя городского главы, составляет 5 миллионов гривен, свыше даже 5 миллионов гривен. Да, есть такое. Что делается для того, чтобы погасить его? Для того, чтобы погасить? Мы сейчас находимся в стадии приватизации. А сколько лет уже в стадии приватизации? С 2019 года. Никто не хочет покупать или что? Какая причина? Как бы